Всем привет! С вами, как всегда, я, Таня, на канале «Поделки-самоделки». По вашим просьбам сделала своими руками поп-ит или Simple Dimple Spinner. Крутится, щелкает и выглядит как настоящий. Специально для тех, кто не верит, записываю звук щелканья пупырок на микрофон. Они действительно классные. Поэтому ставь лайк и смотри, как сделать спиннер антистресс своими руками. Переносим шаблон рисунка на картон. Вырезаем в двух экземплярах. Ссылка на шаблон будет в описании под видео. Вырезанная деталь похожа на снежинку. Даже на мою ладонь помещается. А активным моим подписчикам передаю большой привет. Для пупырок берем разноцветный фоамиран толщиной в 2 мм. Если такого нет, сделайте пупырки из цветной бумаги и скотча. А для тех, кто будет делать пупырки из пома, понадобится небольшой шарик диаметром 1 см и колпачок от помады или клея. Все то, куда шарик сможет без проблем поместиться. Нагреваем фоамиран на утюге, держа его край пинцетом, чтобы не травмироваться. Переносим фом на шарик и сверху прижимаем колпачком. Держим пару секунд и снимаем, получая необыкновенную щелкающую пупырку. Поверх пупырки кладем шаблон и делаем пометки карандашом на фоамиране в тех местах, где нужно будет обрезать. Правую и левую сторону обрежем чуть больше нужного, для того, чтобы все детали пупырок приклеились ровно к шаблону. А пока я вырезаю, у тебя есть немного времени поставить лайк и подписаться, если ты еще не подписан. Нажать на колокольчик, чтобы быть в курсе выхода новых видео. Отлично! Одна заготовка пупырки на поп-ит или Simple Dimple Spinner готова. Наш самодельный антистресс преображается. Вот как будет выглядеть спиннер. Подготовим также пупырки других цветов. А вот и они. Яркие, красивые пупырышки. Приклеиваем с обратной стороны картонного шаблона каждую из них. Как только все пупырки будут приклеены, фиксируем их вторым картонным шаблоном. Край спиннера обклеим тонкой полоской бумаги или фоамирана белого цвета по всей длине. Pop-It Simple Dimple Spinner почти готов. Осталось только сделать так, чтобы он крутился. Для такого дела можно использовать все, что под руку попадется. Я нашла колпачок от крема. Он подходит мне по диаметру отверстия, которое находится в центре. Продеваю его и с обратной стороны наклею кружочек картона на пару миллиметров больше, чем диаметр выходящего отверстия в колпачке. Прекрасно! Проверим, все ли крутится. Здесь да. И тут тоже все вертится. Запустим самодельный поп-ит Simple Dimple Spinner в действие. Ну что, поздравляю вас! Ваша коллекция самодельных антистрессов пополнилась. Ставь лайк и делись видео с друзьями. Всем солнечного настроения. Пока-пока!